В год педагога и наставника в Твери стартовала акция «Урок от мастера». На таких занятиях свой многолетний опыт молодым учителям передают заслуженные педагоги. Первый урок в рамках проекта прошел на английском языке. Его провел народный учитель России Андрей Мишин. Thinking out of the box. Мыслить нестандартно, yes? Thinking out of the box, yes? That was idea. Любой урок преподавателя английского языка народного учителя России Андрея Мишина не похож на обычное школьное занятие. Это своего рода импровизация на заданную тему. Учитель и ученик 21 века. Об этом говорили старшеклассники на уроке от мастера. Как учитель реально сегодня, вот что собой он представляет, как он может влиять на ребят, какие ученики 21 века, какое это взаимодействие, ну и, конечно, какие навыки 21 века, да, такие как коммуникация, сотрудничество, умение работать вместе, критическое мышление необходимо сегодняшним ребятам. Учитель начальных классов Александра Маматкова сама окончила 12-ю гимназию и училась у Андрея Мишина. Весной она победила в региональном этапе конкурса «Учитель года». Теперь готовится к федеральному этапу профессиональных соревнований. Урок выстроен таким образом, что доступен и понятен абсолютно каждому. Поэтому я с удовольствием пришла сегодня на урок. Я очень рада, что у меня есть такая возможность перед федеральным этапом конкурса еще раз посмотреть на то, как дает урок мой наставник, перенять какие-то интересные его фишки. Учитель английского Александр Бынев в педагогике совсем недавно. Преподает язык всего 5 лет. Поэтому каждый такой мастер-класс считает возможностью получить новый профессиональный опыт. Перенять, посмотреть какие-то методики, приемы. Больше всего, что меня впечатлило на уроке, именно атмосфера. Да? Вот как он себя ведет, как он себя подает. Учитель должен быть обязательно артистом в какой-то манере. Вот, мне кажется, Андрей Валентинович в этом преуспел. В сентябре и октябре акция «Урок от мастера» будет проходить в детских садах и школах Твери. Всех участников ждут открытые уроки и занятия от педагогов, имеющих правительственные и ведомственные награды. Что касается Андрея Мишина, то он стал первым тверским педагогом, которого недавно включили в состав членов жюри заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2023».